Моргана. Не дай ему уйти. Тебе ясно? Будет сделано. А, ты идиот. Дом из-за тебя рвет и мечет. Хорошо. Нет, ничего хорошего. Плохо. Ты мне нужен живым. У меня на тебя план. Бросай полицию и езжай ко мне. Так, Тайлер, ты смог стать человеком. А ты пошел против меня. Это ты пошла против нас, Наварро. Я только разогреваюсь. Лучший гонщик города. Такой наивный. Не зря ты теперь идеальная мишень. Морган остановит. Тебя водить учили. Тебе некуда бежать. Это наш город. Ставки слишком высоки, чтобы оставлять все на волю случая. В гонках нет воли случая. Потому-то ты их и подстраиваешь. Вытворяешь. У меня дел полно. Но прости, я тут занят. От бандитов уезжаю. Не извиняйся, а отрывайся от них. Эй, осторожно! Оторвался. Отлично, отлично. Посылаю твои координаты. Почти на месте. Давно пора. У нас много дел. Мне все равно. После сегодняшнего Наварро ни один букмекер не поверит. Ты так думаешь? Какая ты прелесть. Тайлер, они все ходят под ее бокс. Ей не нужно их доверие. Я найду способ. Способ есть. Это я. Представь себе город, где риск — это иллюзия, а все ставки подставные. Вот чего хочет дом. И ради этого они готовы на все. Я стритрейсер. Меня это никак не касается. Что? Нет, нет. Тебя это еще как касается. Еще как. Их главаря зовут коллекционером. И у него одна страсть. Машины. Слышал когда-нибудь про бандитскую гонку? Главная уличная гонка страны. Да, да. И дом подстроит ее полностью. Шишки ставят на нее миллионы, а дом получает долю. Сегодня была проверка, и твоя выходка навела меня на мысль. И? Слушай, я видел, как ты водишь. Ты лучший гонщик в этом городе. Нам нужно лишь пропихнуть тебя туда. Выиграй бандитскую гонку и дому, и Наварро придет конец. Разрушить дом? Да. Это не моя война. Спасай свое казино сам. Это ведь твои улицы, так? Значит, твоя война. Как думаешь, куда они двинутся потом? Отлично проехал, друг. До встречи.
Давай, Мак. Надо, надо. Натяни улыбку. Эй, Скотик, привет. Я смотрю твой канал. Сейчас будет круто, Тик. Смотри, не стошни. Ты шутишь? Я же в гонки постоянно играю. Это не так круто, как я думал. Я только начинаю, слышишь? Хорошо, хорошо. Мне скучно. Ладно, знаешь что? Больше сдерживаться не буду. Я это сказал. Ты сказал, что взрослка. Клиент всегда прав. Так, Мак, что еще ты можешь? Останови машину. Останови машину. Ну что, Кэшкотик? Достаточно жестко. Талер, это ты, брат? Привет, Мак. Давно не виделись. Полгода без старой команды. Тяжело. А то и не знаю. Мак, я это... Тут работа есть. Выпустили тебя? Ты ж знаешь, я только за. Уже согласен? Скучаешь, да? Очень скучаю. А Джесс будет? Я над этим работаю. Эй, Мак, ты снял, как я блюю? Вы опаздываете. Не люблю ждать. Что? У нас тут ограбление! А! Джимми! Черт! Надо сваливать отсюда! Сразу договоримся. Вы платите за двух человек, сколько бы ни выжило. Подозреваемых видели в черной ауте. Сообщайте координаты по радио. Я Адам 35. Подозреваемый на севере Карсон Стрит. Вас поняла. Отправляю дополнительные машины. Дай мне Мака. Слушай, Джесс, план безупречный. Нам только нужна... Да, Лина и дом сразу? Дай мне Мака. Не можешь сдержаться, да? Тебе интересно? Этот план. Насколько он безумен? Абсолютно безумен. Погони, трюки, безумное ограбление. И для тебя, в общем. Лина в одиночку нас наколола 6 месяцев назад. А теперь ты хочешь сделать и ее, и весь дом? Смотри, что стало с Равом. В этот раз будет все по-другому. Мы втроем. Мы можем победить. Старая команда снова вместе, да? Возвращайся, Джесс. Давай это сделаем. Скажи ему, что я подумаю. Машина подозреваемого направляется на север в Либерти-Дезерт. Я Адам 1-12, уже в пути. Диспетчер, я Адам 1-12, обнаружил черную Ауди. Веду погоню, прошу подкрепления. Вас поняла. Отправляю дополнительные экипажи. Я для вас, ребята, построила эту тачку. Потанцуем? Пытаемся замедлить его. Был контакт. Я попытаюсь... Вот так ты хочешь поиграть?
По магистрали I-34 Эмбер Вэлли. Принято. Преследуемая машина направляется на юг. По магистрали I-34 Эмбер Вэлли. Адам 1-13. Прошу сообщить местонахождение. Направляйте на юг. Через Сильвер Рок. Поняла. Направляется на восток по магистрали I-620 Providence. Ясно. Вас поняла, Адам 35. Говорит Адам 1-35. Объект не наблюдается. Внимание всем экипажам. Визуальный контакт с объектом утерян. Объект направляется на... Джесс, привет! Я насчет твоего глупого плана. Он не... Да. Давай встретимся. Ты где?